Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов встретился с жителями Новой Трехгорки. Во время визита обсудили благоустройство и проверили качество вывоза мусора в микрорайоне. По просьбе жителей улицы Чистяковой на контейнерную площадку у дома номер 67 вернут окошко, чтобы люди могли подходить к ней и со стороны жилого сектора. Весной проработают вопрос переноса площадки в более удобное место в теплое время года. Будет сделан тротуар.